Добрый день, сегодня 21 мая 2024 год. Меня зовут Иван, на все звонки, на все запросы отвечаю только я. На заказ я не вожу, вся техника уже во Владивостоке. Мои контакты, стоимость трактора всегда указаны в каждом видео, в описании к видео. Доставка по всей России, без проблем, опыт большой в обрешетке. Даже такие красавцы. И что же у нас касается, это Исеки TH-235, 23 лошадиные силы, трехцилиндровый дизель, выдовый трактор. Трактор как новый, 451 час. Вот тут что-то, видать, открывали, чуть-чуть поцарапано. Так вообще даже коцочки ничего не найдешь. В отличнейшем состоянии, как новое состояние. Он трактор растаможен с уплатой утилизационного сбора. Трактор будет с электронным паспортом самоходной машины по дискам 2013 шины, 9 месяц, 13 год, задние 13 и шины 13. Все в отличнейшем состоянии. От болтика под капотом так вообще все блестит. Заглянем попозже. Понятно, он работал, но болты под ковриком. Трактор не крашен, понятно, абсолютно. 451,9, ну скоро будет 452 часа. Кондиционер, отопитель, все есть. Все работает отличнейше. Так, ну поехали. Вот у нас такое тут, все оранжевое, желтое. Это у нас делитель. Раз, два, это нейтралька, три. Делитель, три скорости, коробка передач, механика, четыре скорости и реверс. 12 скоростей вперед, 12 назад. Вал отбора мощности. Три скорости у нас, но скорости в этом положении рычага. Прямое вращение вниз опускаем, обратно. Получается три скорости прямое, три обратно. Вот у нас табличка какая. На какой передаче. Вот. Какое масло, видите, сколько масла заливать, через сколько часов менять. Все помодельно, все расписано. Даже если бы на гусянках там был модели. Все это есть, все таблички, на какой передаче, какая скорость. Это вот это у нас силовые предохранители. Крыша, видите, все. Очень магнитола Кларион. Современная. Вентиль гидросистема. Это у нас блокировка дифференциала заднего моста. Так, дальше. Идем дальше. Это у нас подставка под ведро. Чик вот так вот ставится. Ведро ставим и заправляем. Видите, сюда открывается. Здесь всегда с правой стороны, тут с левой. Все. Дополнительный свет спереди, сзади. Тут подсветка колеи. Все это есть. Сзади все есть. Навеска универсальная, трехточечная. Ну, сзади есть тоже. Все блестит. Страшно. Быстросъем. На кардане муфта соединительная. Фреза оригинальная из Секи. Ну, прям вообще как новая, но не крашеное вот состояние. Очень хорошее. Рабочая ширина 1,50 м. Кладем фрезу, дергаем за рычаг, даже из кабины не вылазит. Она отсоединяется, чуть-чуть отъезжаем, и фреза остается на месте. Автоглубина есть, вот она, тросиковая. Здесь весь этот механизм тоже на быстросъеме, что она отстегивается, не надо ничего переключать. Все это сделано
грамотно. Вот это все. Горизонт тоже все есть. Все, конечно же, все работает. Получаем номера, свешиваем и ездим по дорогам общего пользования. Это без проблем. Болты. Ну, состояние видно. 13-й. Пыльный, ну, видно, что болты все. Все четко прям. Это подрулевое управление, подъем, опускание фрезы, ручной газ. Это вот эта функция, как практически сейчас на ИСЭКе, на всех, на больших, на маленьких. Это ВД, ну это как режим бегать, либо в режиме, когда кун использовать. Это 4 ВД, это быстрый разворот, это у нас режим спашки. Это когда включаются системы, все глубина, горизонт, который можно изменять уже точно. Вот так переключил и все, режим спашки работает. Это у нас дворники, свет дополнительный, вот такие тумблера, подъем, опускание фрезы, основное, глубину выставлять. Так, ну и все, тут, в принципе, минимально. Все, что надо, все здесь есть. Ну, получается максимально, наоборот. Как, конечно бы же, люди скажут, тут не хватает куна. Но кун, ковшовая техника запрещена к вывозу. Если прямым способом, напрямую с Владивостока, с Японии, Владивостока. Я только так и вожу. Трактор сам заехал в РОРО, сам выехал. Его даже не выгружают, как лес. Так, свеча накала у нас здесь загорается, но она в виде иероглифа. Тухнет, я завожу. Ловите. Улица Арбат 1, Украинская, 87-00-9-26. Так, мы... Среднесуточно.ру можно забронировать квартиры. Все работает. Кондиционер работает. Покажу и по муфтии. Ну и вообще, что... Все отлично. Холодит. Поворотник, свет включен есть, дополнительно включен передний, задний, так дворник задний не работает, передний работает, аналайка работает, все, все четко, сзади тоже аналайка, все работает. Поехали, посмотрим. Левый поворотник горит, включаем правый. Колея горит, свет горит, дополнительный свет горит, колея, поворотник, сзади все дублируется. Быстрый разворот. Быстрый разворот на повышенном не работает. Он будет мигать. Если я включу. Также режим спашки он мигает. Это вот быстрый разворот. Остальные все функции включаются. Ну, пока сейчас выключу тогда. Покажу горизонт. Так, видите, у него еще такая для заднего есть для проветривания. Что он не будет дергаться, зафиксируется тоже. Но воздух будет заходить. Хоть и есть, видите, забор откуда. Это вручную я. Все в автомате. Все работает. Кладу фрезу, глубина стоит. Поднимаю за шторку, фреза поднимается.
поднимаю. А, под рулевое управление. Чик. Вниз, чик. Задний ход. Слеза поднялась. А рычаг внизу. Вот для этого и нужна. Оп. Сейчас чуть-чуть приподниму и поехали. Вал отбора мощности. Сцепление. Третья передача. Поехали. Как я говорил, рычаг наверху, прямое вращение идет. Под коробкой послушаем. Ну, кожух кардана уже, наверное, ни о чем. Даже толреп крутит состояние. Мануал по эксплуатации я будущему владельцу скину без проблем. Так, сцепление. Вторая. Сцепление, первая передача, прямое вращение. Так, ну все, прямое вращение закончили. Давайте включаю обратное вращение. Так, делитель я ставлю на пониженную коробку, на первую передачу, ревиз вперед. Видите, уже горит на пониженной автоглубина. Вот это самый малый ход. Обратное вращение. Вал отбора мощности на нейтраль. Лизу поднимаю. Вторая передача. Так, по месту в кабине 1,78 м. Еще есть. Куда? Даже видно по стеклам, что они так задрты. Ну, места в принципе достаточно. Ну, не конечно под супер рослого человека. Поехали. Третья передача. Быстрый разворот. Поехали назад. На четвертую. Третья.
да. Ох. Сам себя заговорил, пониженная, вот была. Пониженная, потом когда первая, вторая, это вот повышенная, третья. Ну, ничего страшного. Все передачи, все потыкаем обязательно. Назад, можно с первой. Третья. Четвертая. Ну и все, и повышенная. Все, вот замигало. Быстрый разворот. 4 ВД. И вообще включаем. Первая передача. Во! Шестая. Вторая. Гидроусилитель руля, понятно, вот. Четвертая. Максимальная скорость. Резвый. Вторая. Четвертая. Так, ну здесь все понажимали уже. Стоп, зажимаем тормоза и капот. Не знаю, или ногтями он тут царапал. Японец этот. Так, открываются они так. Иногда здесь вообще ни грамма электрики, все механическое. Ухта работает. Максималка.
Так, ну что, я надеюсь, мог показать, в каком он состоянии, отличнейшем. Исеки TH235, 23 лошади, фреза 1,50 м, в отличнейшем состоянии тоже, как и весь трактор. Электронный паспорт самоходной машины обязательно будет, чуть попозже, но будет. Даже если вы купите сегодня, там завтра отправлю трактор, пока будет идти в центральную часть, уже доки все готовы будут. Так что думайте, всего доброго, до свидания.